На чемпионате Молдовы по тяжелой атлетике среди взрослых из Гагаузии приняли участие 10 человек. По словам спортсменов, на соревнованиях была жесткая конкуренция, так как собрались сильнейшие тяжелоатлеты в разных весовых категориях. Для меня эти соревнования прошли удачно. Я выступила на все 6 подходов, сделала дополнительный подход и 4-й подход. Его тоже сделал. Для меня соревнования прошли тяжело, потому что были сильные соперники, я немножко травмирован и был не в такой хорошей форме, и было тяжело, но все-таки смог показать какой-то результат, сделал мастера спорта. Спортсмены региональной школы тяжелой атлетики города Камрад за последний год радуют не только тренеров, но и своих родителей. Они прославляют нашу страну и регион, успешно выступают на европейских и международных соревнованиях. Новое поколение тяжелоатлетов благодаря своему упорству и воле к победе идут к своей цели. Собрали самые сильные спортсмены со всей республики, 8 команд со всей республики, где будут отбираться спортсмены, которые будут выступать на чемпионаты Европы по взрослым, который будет проводиться в месяце апреля в Ереване. Мы находимся в Кишиневе на Кишиневском помосте. Чемпионат Молдовы по взрослым. Наша команда удачно выступает. Мы очень горды нашими учениками. Как никогда они хорошо выступают. Вчера у нас ребята заняли 3 вторых места и 3 первых. Трое ребят официально подтвердили мастера спорта. Ни одна победа не дается легко. Ежедневные занятия в зале под руководством опытных тренеров дают свои результаты. По словам наставников, ребята выступили на высоком уровне и стали достойными соперниками спортсменам из других спортивных клубов. Мы сейчас готовимся на чемпионат Европы, в котором будет выступать кагульский атлет Брату Тудор. Он чемпион Европы нынешнего года. Двухдневный чемпионат выявил много сильных и перспективных ребят из Гагаузии. Они пополнили копилку новыми наградами, завоевав 3 золотых медали, 3 серебряных и 1 бронзу. Победителями стали Елена Кыльчик, Диана Чеботару, Мария Митиогла. Второе место заняли Максим Тодеряну, Анастасия Кыльчик, Александр Балжи. Бронзовую медаль чемпионата заслужил Артур Кара. Главным достижением нашей команды является то, что тяжелоатлеты заняли 1 место в командном зачете среди девушек и 3 место в общем зачете. Победители получили право принимать участие на чемпионате Европы, который пройдет впервые в Молдове в июле 2023 года. Татьяна Доброва, Владислав Табачук, Алексей Герчук, ГРТ. Новости.